Это вопрос к Майклу. Как работает нумерология в этих трех системах? Ведь их же три получается. Десятиричная, 60 или 12-ричная и 7-ричная система. И все они работают внутри себя. Простите, но это интерпретация, Елена, ваша? Да. Вот, кто сказал, что это три, во-первых? Я с точки зрения человека говорю, что... А я говорю с точки зрения человека, как человека триединого, и я вообще по-другому это вообще все воспринимаю. Я психолог с 50-летним стажем, простите, но у меня другая психология. Ее нету такой психологии в природе, потому что я оперирую психологией человека, как он себе мыслит и как он себе, как он думает. Расскажите, вот вы задавали вопросы про астрологию. В астрологии вы правы, 100%, там этого нету. Расскажите про астролога, который вот мне, чтобы побеседовать. Я не люблю переписываться, простите, не люблю. Вот. И теперь я понимаю, почему. Я никак не мог понять. Я уехал очень рано, уехал из того места, где я родился, и там оставались все мои родственники, в России имеется в виду. Уехал в Беларусь, но я начал путешествовать, когда мне было уже 12 лет. Сам, причем, в рамках той страны Советского Союза, да, путешествовать, как бы, ну, в пределах, естественно. И мне было интересно общение по телефону, хотя это стоило дорого. Ну, по тем временам, по тем ценам проще было писать письма. Это бесплатно практически было много лет назад. Интернета, разумеется, не было. Я до сих пор... Вот теперь я понимаю, почему. А потому что мне нужно, во-первых, интерактивность, первое. А второе, мне нужно слышать человека. Поэтому если я анализирую, допустим, его матрицу, будем так говорить, психоастронумерологическую, я так это воспринимаю. Все воспринимается очень конкретно и очень предметно. То есть, еще раз повторюсь, понятие... Я очень хороший технический аналитик во всем, буквально. Я хорошо могу разложить, но я всегда исхожу из целого. А целое забыто сегодня. Задаешь вопрос, а что такое антоним слова «анализ»? И никто не знает, что такое антоним. Ну, никто не знает. Единицы отвечают. Хотя я уже три или четыре раза это говорил, как это называется. Да я сегодня больше чем уверен, что 90 там, чем-то процентов не ответит. А ведь это же, так сказать, с этого все начиналось. Будем так говорить, целостность. Целостность, она всегда более серьезна, чем частности. Вот, к примеру, так, почему человек плачет, почему ребенок плачет. Это очень просто, только в это надо поверить. Да? А нас, к сожалению, этому не учили. Этим вещам. Он попадает в мир, который приносит ему несчастье. Это и есть колесо сансары. Колесо сансары – цепь рождения и смерти. Ребенок начал стареть, как это ни звучало бы, начал стареть. Ребенок появился на свет, и в эту же секунду он начал стареть. Мы просто не так не воспринимаем. Он начал расти, он начал развиваться, но он одновременно начал стареть, верно? То есть у него с каждым днем, с каждой секундой остается все меньше времени до того момента, когда он опять перейдет в это же состояние. Опять он будет плакать, потому что это некомфортно человеку. Он божественное создание. И прекратить цепь рождения, вырваться из колеса сансары – это и есть предназначение. Но ведь кто этому учил? Этого никто не учил, и это и сейчас очень и очень тяжело воспримется всеми, очень многими, точнее. Слава Богу, я могу, так сказать, снять шляпу, преклонить, там, как говорится, колени перед нашими участниками, перед нашими зрителями и нашими педагогами, которые то, что называется целевая аудитория. Это очень и очень и очень невостребованное, скажем, поле деятельности. Вот то, чем мы здесь занимаемся. Ну, расскажите. Ведь если взять любой нетворк, социальную сеть имеется в виду по-русски. Ну, о чем там идет речь? Ну, Инстаграм Бузовой, да, сейчас очень часто говорят. Ну, что там в этом Инстаграме миллионных, там, 25 миллионов, там, ну и так далее. Я к примеру просто говорю. Дальше.
уничтожение эго, я согласен в данном случае, Елена, с вами, но здесь есть понятие двух эго. Я основываюсь на ведической концепции. Веды не принадлежат ни стране, они не принадлежат ни религию, они нету русских, индусских, каких-то там еще других вед, славянских, старославянских и так далее. Нету. Я не верю в ваши веды. Веда означает знание. Я не верю в ваши знания. Что значит ваши знания? И вообще, что значит я не верю в знания? Вы не верите в знания? Они переводятся так, по-другому быть не может. И веда находится там, вдумайтесь, где им следуют. Где следуют сакральным знаниям. Но ведь это же неудобно принять то, чего мы не готовы. И вот у нас будет курс, буквально завтра у нас будет курс Сергея Мельникова. Это человек, который, ну, идет совсем, скажем, он стоит обиняком. Некоторые, немногие люди, они стоят обиняком массы. Но, слава богу, там находится очень много желающих участвовать, которые будут участвовать, которые зарегистрировались, заплатили и так далее. Я их поздравляю, потому что там есть вариант понимания. Это не то, что они сразу вырвутся из этого, но они начнут понимать. Эго есть два, будем так условно, очень условно говорить, есть два эго. Есть эго, а есть ложное эго. Устранение ложного эго – это самый тонкий элемент, ну почти, самый тонкий элемент нашей материальной природы. Первые элементы, из которых мы состоим, вся материальная природа состоит, из первых элементов их пять, да? А дальше идет ум, дальше идет разум, дальше идет ложное эго, не эго. Развитие эго, нашего эго, это эволюционный процесс, чтобы убрать, так скажем, ложное эго. Вот этими штампами, этими шаблонами, этими вот кто-то сказал, и мы должны идти, я лично не иду. Вот уж простите, вот поэтому мне... С точки зрения глобальности, с точки зрения целостности, мне больше этот подход. Зная целое, мы можем разделить и анализировать. Это будет тогда легче, будет проще. Поэтому концепция восточная мне ближе, поскольку ну, полмира ведь там живет. Каким образом полмира верит в это, а полмира наша, западная, называет там альтернативными. Альтернативное целительство – какая-то альтернативная, в том числе нумерология и астрология. Так вот, общаясь с астрологом, никто не говорит. Вот мне надо час поговорить с человеком для того, чтобы составить о нем представление более полное. Иначе я знаю какие-то отдельные элементы, я не знаю целостности. Ну как, ну человек, у него же мир есть. Нет, мы берем его натальную карту, исходя из его даты рождения. Изначально категорически неправильно. Категорически неправильно. Объясню, почему. Не дата рождения должна рассматриваться, а дата зачатия. И те астрологи, которые были тогда, жили тогда, и сегодня их еще, наверное, их очень мало, но они есть. Они оперировали только этим. Кто у нас знает дату зачатия? Никто. Вообще без исключения. Не 99,9, а все 100% не знают. А посчитать нельзя разве? Нет. Нельзя. Почему к этому готовиться? Как значит, мы обратно? Мы примерно посчитаем, но имеет значение одна минута. Значит, давайте по-простому, очень и очень грубо. Все девы, все козероги, все весы, рыбы и так далее, да? В такой-то день и начинается идти вот то-то, 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 то-то. Значит, в течение одного дня 24 часа проходит вот то, что называется асцендент, да, или восходящий знак. В момент нашего рождения на востоке знак. То есть Земля, значит, вот так вот крутится, так, а знаки, они стоят, это мы крутимся. Поэтому, ну, будем условно, очень условно, чтобы было понятно. Я люблю как-то вот эти вот научные термины, они мало кому дают, только те, кто в теме. Так вот, в момент восходящий знак, который меняет, ну, в среднем, значит, 12 знаков и 24 часа. Значит, получается, 2 часа висит наш знак. Так?
А если он на переходе, на границе, там нету 2 часов, это не усредненность. Все по-разному. В определенный день определенный знак, определенное количество. То есть за 24 часа 12 знаков. Все знаки меняются в течение одного дня. Поэтому как можно... Люди родились каждый в свое время. Ну, не бывает в одну и ту же секунду родились. Бывает, конечно, но еще раз. Родились-то по разным причинам. Кто-то раньше, кто-то позже срока. Ну, они просто родились в этот момент. Но зачатие-то совсем другое было. Время зачатия было другое. К этому готовились. Это веды, где было, где есть, точнее, очень четкий расчет. Кто должен появиться на свет? Когда должен появиться на свет? И с какими качествами должен появиться на свет? Полный хаос сегодня. Поэтому далее. Были компьютерные программы когда-то? Их не было. А почему тогда люди высчитывали с точностью до, ну, буквально невероятной точностью? Каким образом строились пирамиды и так далее? Сейчас мы не будем вдаваться. Это длинная тема. Вот как Елена сейчас предметно будет показывать, у нас будет на это время, скажем, другая передача, да, и каждая цифра несет в себе, если подходить, скажем, говорится о нумерологии, коим представителем, будем так говорить, я являюсь, причем я не считаю себя каким-то специалистом, я даже этого не хочу, я функционирую там, где мне более комфортно и которое может принести гораздо больше пользы. Вот смотрите, пример, сейчас я вернусь просто. Позавчера я встречался, меня пригласили в одно, в Чикаго у нас, пригласили в одно место, где собирается очень много из русскоязычной общины в этом месте. Называется это Круг. Я давно знаю об этом месте, я изначально сказал, что оно не будет работать, и оно 7 лет, по-моему, вот. Оно разлетелось, 2 раза разлеталось. На 3-й раз оно вот сейчас было, я 3-й раз туда пришел, чтобы посмотреть, о чем идет речь. И мне сразу первым делом я спросил у человека, который сейчас там стал во главе этого объединения, и дату рождения, это женщина. Она мне дала дату рождения, и мне стало, и потом я с ней беседовал. И мне стало понятно, что мы можем с ней вместе соответствовать. То есть мы соответствуем. Иными словами, 2 человека, которые ведут какие-то отношения, и неважно, это мужчина, женщина, это может быть партнеры и так далее, они, находясь под воздействием планет, смотрите, лучи, мы все находимся под влиянием всех планет, 9 планет на востоке, 7 на западе. Уран, Нептун, они как бы не учитываются, восточные условно не учитываются, но они соответствуют Раху и Кету, а это каждая планета имеет свою вибрацию, свои. И вот эти вибрации до нас доходят. Вот представляете, вибрации, которые измеряются в принципе, они на нас воздействуют определенным образом. Слишком механистично на нас воздействует Сатурн. Ну как он на нас воздействует? Ну как? Расскажите. Значит, если мы изначально не будем пользоваться, повторяю, рукой, она отсохнет. Если мы не будем пользоваться вот этой вот инструментом, он у нас отсохнет. И мы будем воспринимать очень и очень примитивно. Вот просто примитивно. И будем на уровне инстинктов, вот как приматы это делают, вот так и мы будем это все делать. Пока мы не начнем использовать свой инструмент. И даже не ум, а разум. Потому что то, что у нас в голове, это ум. Вот горе от ума, знаете как? Слишком много информации. Вот это же истина, да? Поэтому, значит, если мы говорим о человеке, который родился, он обязан знать, что ему предстоит, какой путь ему предстоит пройти в связи с его качествами, в связи с его способностями, которые он должен научиться применять. И тогда у него появится, у него есть изначальные способности, и тогда они, эти способности будут применяться к его возможностям. А и вы вот можете тогда определить, да? Вы определяете? Конечно. Вот будет курс, когда он, ну, в среду начинается. Вот мой курс. Знаете почему? Еще раз говорю, я могу много, как бы, да, я по природе обучатель. Вот.
Но это было в первой половинке, да, моей жизни. Есть такое кармическое, скажем, число, я называю числом кармы. Вот оно по-другому называется в литературе, я так называю еще раз, которое определяет, скажем, путь в этом теле, для того, чтобы перейти в следующее, скажем, состояние тела. Ну, если не удастся уйти, вырваться из-под этого колеса рождения и смерти. Вот. А кто бы как ни пытался вырваться, не получится. У нас нет этих качеств. Ни у кого. Простите. Да? Мы можем сократить срок. Это возможно только в определенном эгрегоре, если мы будем так говорить. И сегодня мы об этом не будем говорить. Я могу определить, почему? Потому что, ну как, не то, что я могу определить, и какой-то я там, если себя такой, боже упаси, у нас есть много. Мы с вами говорили про не, такую вот Джули По, помните, да, Елена? Мы с вами говорили. Вот. Да. А обучить, вы можете обучить? Вот к вам придет человек, вы можете его научить? Вот как найти такую цифру, вот эту кармы, но номер или что это? Нет, это не вопрос вообще. Это легко обучить, но то, что буду... Еще раз, когда? В среду? Ну, в среду начнется этот курс, он называется «Нумерология души». Или я вот сейчас, вот последнее время мне пришло, я прибавил туда «за пределами материального». Материального почему? Потому что... Да никто не использует, ну, простите, ну, никто. Докажите мне, я соглашусь о том, что используется здесь наша триада, наша способность, вот, триединство наше, да, тело, дух. Где там душа, расскажите? Где в астрологии душа? Ну, где? Нету ее там. А вот. В нумерологии есть? Ну, смотря в какой. Вот для меня есть. Ваши. Вы можете есть. Определить? Конечно. Вот эти особенности души, там ее какая-то специфика или что-то такое. Есть, как более она... того, есть даже термин. Есть число рождения, есть число души. Мне не интересует, как называется, вообще-то говоря, в этих инструментах и в этих китайских, египетских. Да, я, конечно, использую какую-то основу. В нумерологии нету ничего, не осталось следов от нумерологии. От астрологии полно. Осталось полно информации, как это измерялось, на каких, кто сегодня на Западе измеряет, где была Луна в момент рождения, расскажите. Кто измеряет, кто понимает о том, что такое накшатры? Такого вообще понятия нету в западной астрологии. Очень немногие, которые знают, скажем, ту и ту. А это ведь стоянки, это определение. Вот у меня, допустим, моя накшатра – это мула, да? Она очень жесткая, она очень тяжелая, мула, да? Мне когда-то сказали, что вот у Шварценеггера, у Арнольда Шварценеггера такая накшатра. А это означает, что я буду такой же вот мистер Олимпия? Нет. Означает ли это о том, что он... Кто знает, кто такой Арнольд Шварценеггер? Как он добился того, чего он добился? Кто знает о том, что он был изначально вместе со своей женой Марией Шрагер, по-моему, вот, они были риэлторами по недвижимости. Он составил свои первые миллионы еще до того, как он стал мистер Олимпия, там, или там в кино начал сниматься и так далее. А он вычислил. Кто знает, кто такой Трамп? Да никто не знает. Да никто не знает, чем он дышит. Вообще никто не знает. Я серьезно говорю. Вот у нас есть такая Светлана Драган, мы с ней будем вести передачу, может, я сегодня с ней даже успею пообщаться. Вот, у нас запрограммировано. По-другому, все по-другому. Вот эти шаблоны, они мне не по душе, мне лично не по душе. Поэтому на курсе мы будем это все проходить. И там будет все по-другому. По-другому нет такого. А какую книжку почитать? Ну, какую-то книжку почитать надо, конечно. Это я буду давать какие-то книжки, чтобы иметь какое-то общее представление. Но, в общем-то, а вы будете именно с слушателями работать? Так это будет конкретно именно с ними. Мне общие данные мне неинтересны. Мне общие какие-то... давайте, а посчитайте мне, кто я, а скажите мне, какая у меня там предназначение и так далее. Это глупости полнейшие. Как предметно применить, как конкретно, как вырваться? Ну, не будем говорить про колесо сансары. Вот.
есть у нас преподаватель. Я не лезу на эту территорию, мне это не надо. Понимаете, есть люди, я понимаю, о чем идет речь, естественно, но я помогаю этим людям. Я со стороны разной, я со стороны вот экрана предпочитаю быть, со стороны человека, который ничего не знает. Проще тогда человеку разобраться, о чем идет речь, потому что это все очень сложные вещи. Тут больше, знаете что, тут больше может быть даже философии, понимаете, с чего, в принципе, все начиналось. А можно возможность... задать вопрос, Майкл, про карму? Вы можете что про карму? По дню рождения, вот у человека какая карма и как она проявится? Ну, давайте посмотрим, у вас же есть, наверное, да, раз вы задаете вопрос, наверняка да. У вас есть какие-то примеры. Давайте мы посмотрим, вот давайте мы начнем. А я потом, так сказать, подключусь. Вот вы начните показывать, допустим, да? Дорогие друзья, у нас еще будет, пока вот Елена готовится, да, у нас будет еще в воскресенье у нас будет программа, которую я запрограммировал. Вот там будет какая-то, ну, несколько представлений там, как это все происходит. И как не просто прогнозы, а как можно даже предсказывать какие-то вещи с помощью нумерологии, конкретно нумерологии. Ну, это очень интересно. Если предсказывать можно с точки зрения нумерологии. Вот два человека, мужчина и женщина. А дни рождения я вам скажу. Меня удивляет то, что... Вот она не имеет достаточных способностей или как это, достаточных сил, что ли, противостоять тому, что с ней происходит. Вот скажем так, неустойчивое состояние. Вот у нее тело страдает, вообще она вся страдает. То есть стресс, она вот стрессом не подвержена этому стрессу, а вот он нет. Вот меня это удивляет. Я предполагаю, что это потому, что он все-таки эволюционно выше, возможно, ее. Там стоит дата? Да, дата, да, я вам могу сказать дата. Вы хотите, ну, давайте сделайте ваше, или вы хотите послушать то, что я вам скажу по дате? Да, то, что вы, хочу послушать, то, что вы. Ну, скажите мне дату. Вот у него 16.03.1950 года. Он, вот он, на картинке, мужчина. 16 марта. Вы про него, да? А потом вы говорили, там женщина есть, да? А вот женщина рядом, вот она стоит. Справа? С розовеньким, да. Это женщина, вот тут силуэт. Ну, давайте женщина. Начнем с женщины. Допустим. Она 61-го года, 29 июня. 29 июня, 61-е? Да, 61-го. Сейчас, секунду. С ней явно непорядок. А с чем это связано? Если вот нумерологически вы это объясните, это было бы интересно. Вообще, когда я делаю 60... ауру... 61-го или 67-го? Нет, 61-й. 61-й. Когда вы делаете ауру, что? У меня всегда возникает вопрос, что я знаю день рождения этого человека точный, и мне хотелось бы еще нумерологически получить дополнительные сведения, потому что одно дело аура, она, кстати, меняется ведь, и другое дело день рождения, который не меняется. Вот как эти вещи, вот это интересно просто было бы совместить. Окей, вы хотите вначале меня послушать? Вас. Хочу послушать вас. Ну, давайте попробуем. Еще раз. Ну, я уже говорил о том, что, чтобы составить полное представление, нужно достаточно много проанализировать дат, не только ее даты, поскольку мы являемся наследником, скажем, генов. Более того, есть понятие, о котором я практически никогда не говорил,
И мне не очень бы хотелось об этом лично мне говорить, поскольку это не моя, скажем, профессия. Я знаю, о чем идет речь, и, конечно, я могу рассказать, когда-нибудь расскажу. Есть такое понятие, то, что называется, ну, слово такое, да? Есть понятие «оджес», есть понятие «теджес». Мы сейчас будем говорить о «оджесе», поскольку это важно. «Оджес» – это тот запас жизненной энергии, которую мы наследуем от наших родителей. Это НЗ. Он находится, скажем так, условно, маленький такой, скажем, резервуар, да? И оттуда впрыскивается, или наоборот, исходит дополнительная энергия, когда человек находится в очень и очень серьезной стрессовой ситуации. Вот этот запас энергии, вот этот маленький резервуар, он находится у нас, и он зависит исключительно, эксклюзивно только от наших родителей. Он у всех разный. И если мы его истощаем, ну, к примеру, бывают стрессовые ситуации, мы знаем о них, когда человек нечеловеческими усилиями, ну, есть случаи, когда там мама, ребенок там под машиной, мама берет и поднимает эту машину, или камни там под завалом, там где-то там, я знаю, землетрясение, обвал, там, ну, многие. Вот, то есть 10 мужчин не могут поднять, а она берет и поднимает своими слабенькими ручонками. То есть откуда это берется? Это берется, это объяснить не может. И никто не объяснит, ни медицина тем более, ни наука никогда это не объяснит. Это объяснимо с точки зрения вот то, о чем я сейчас говорю, и этот запас оджеса, который у всех у нас есть. Вопрос другой, что мы, не зная об этом, естественно, мы неправильно распоряжаемся. Если мы себе поставим заслонку, вот, не использовать, не находиться в стрессовой ситуации. Ну, мы понимаем, там, адреналин, гормон, ну, все это сейчас, это ерунда. Я, видите, по-простому, да, по-народному я люблю объяснять. Вот, вот без деталей, естественно. Вот если мы поставим заслонку и не будем использовать этот оджес, так мы просто удлиним свою продолжительность своей жизни значительно. Так, так вот. Это, допустим, первый момент. Дальше. Мы не знаем, почему и как функционировали наши родители, и почему они нас родили, по какой причине. То ли надо было выполнить предназначение, там, посадить дерево, родить там ребенка и так далее, как это детский сад этот нам объясняет, цели нашего, да? То ли они просто так это от балды, вот, решили там побаловаться, и появился ребенок. Ну, в общем, масса нюансов, да. Так вот, не зная даты рождения наших родителей, это будет неправомерно ответить только на основании даты рождения. Далее, дата рождения когда? Все-таки тут должна быть связь с астрологией. На стыке времен. Значит, вот в восточной астрологии есть понятие рассвета. Вот. Когда это было? До рассвета. Значит, технически ребенок родился, допустим, в 2 часа ночи. Но ведь он родился до рассвета, а рассвет в 2 часа ночи не наступает, верно? Поэтому он родился тогда накануне. То есть рассвет, скажем, в ночь 23 на 24. 24. Технически он родился 24, да? Но рассвет-то начинается, 24-й начинается с рассвета, значит, он родился 23-го. Совсем другие цифры. А масса нюансов, друзья. Вот мы это будем все этим заниматься, ну, на курсе. Тут же невозможно это все сделать, просто чтобы было понимание. Этот курс будет конкретный, предметный для каждого человека, поскольку, ну, пускай позже, чем раньше, но все равно знать об этом надо. Хотя бы для того, что не бывает такого, после меня хоть потоп. Но у нас же тоже есть как бы дети, правильно? Ну, мы же хотим своим детям как счастье, да, и так далее. А у них-то ведь свои дети появятся. И вот цепочка эта потянется. И если у кого-то не хватит мозгов
задуматься на том, кто мы есть, и мы это все, с нас это все начинается на каком-то этапе, да, вот до того момента это все будет продолжаться, вся эта цепь и всех этих случайностей, и порчи, сглазов, вот не далее, как вчера это было, страшная ситуация, не пожелать, так скажем, никому такой ситуации. Вот когда мне позвонили ночью, так скажем, ну я, точнее, ночью я не слышу, но это было под утро уже, вот, с очень тяжелой ситуацией. Ну, видите как. А чего? Ну, вот это надо знать. Короче говоря, давайте мы все-таки перейдем к этой даме, да, мы начали с дамы. Но вот то, что, скажем, вижу я на экране, да, я могу сказать вот что. Вот та самая связь, которая должна идти, родовая связь, ее нету. Ну, нету ее. Это первое. Второе, я могу предположить, и вряд ли ошибусь, о том, что было очень тяжелое отношение между родителями изначально. Изначально кто-то грешил. В плане грешил, в плане того, что... Ну, как грешил? Прелюбодействовал. А у нас заповедь «не прелюбодействуй», так? Это такое, такой вариант может быть. Далее есть такой момент, когда в прошлой жизни мы были, скажем, женщина была мужчиной. И как мужчина любил все, что любил, да? Все, что движется. Знаете, как говорится. Ну, и в этой жизни получаются вот такие вещи. Не семьянин она, эта дама, вообще никак. По своей природе не семьянин. Это ее беда, это не ее вина. Но надо эти вещи знать. Есть люди, очень немного людей, которые по наитию, по интуиции, они могут определить. У нее есть, кстати, такие способности, чтобы она определила для себя, кем она может быть и как эти моменты исправить. У нее очень светлая голова. Но я еще полагаю, если, Елена, вы знаете, чем она занимается, полагаю, она не выполняет свою функцию. Есть некоторые цифры, некоторые числа, которые налагают очень серьезный отпечаток на человека. Не зная этого, да, период жизни, когда человек, как его ни лечи, он не вылечится. Вот, он будет бегать, менять докторов, менять таблетки, менять все, что хочешь, он будет, он не вылечится. Надо успокоиться, надо, скажем так, принять то, что оно есть. Пройдет период этот времени, и тогда будет все по-другому. А он может не дожить до этого времени, простите. Он не знает о том, что у него такой период. Ну, не знает он. И вот эти вещи надо было бы знать. То есть у нее тяжело, у нее физическое здоровье нехорошее. Оно есть от природы, очень небольшое, но есть. То есть человек, зная эти вещи, должен развивать его. Я могу предположить, что она болеет. Дальше у нее плохая связь с макрокосмом. Есть понятие микрокосм, есть понятие макрокосм. Микрокосм – это мы, наша замкнутая система, семь чакр главных. Да? Ну, вокруг нас есть еще... Если мы с ними не соединимся, причем рядышком с нашими всеми телами, не мне вам это рассказывать, вы это знаете, эти тела нехорошие, в смысле там зарождается все, а оно потом переходит к нам на наше физическое, это последняя, так сказать, инстанция. По аюрведе современная наша медицина приступает к лечению заболевания на пятом. Всего 7, опять же, вот цифра 7. 7 стадий развития болезни по аюрведе. Наша медицина приступает к лечению человеческого тела и организма на 5 уровне. На 5. Вы представляете, где 4? Их современная медицина не рассматривает. А там они что, сумасшедшие, что ли, там? Вот половина мира. Они все больные там сидят. Но они-то как раз-таки, это самое, что ни на есть натуральная медицина, оттуда все пошло. Ведь и все эти операции, которые делаются сегодня, они делались тысячи лет назад с гораздо более точностью. Есть же, можно прочитать, есть же описание всего этого. А мы сегодня гордимся тем, как, до какой мы дошли, до какого этого. Ну, честь хвала, по сравнению с чем? Ну, человек, ребенок вырос, да,
Конечно, сравнивать его, скажем там, восприятие мира, которое ему было 5 лет, которое ему было 15 лет и которое ему 40 лет. Конечно, разное восприятие, да? Так вот, что с чем сравнивать? А то, что делалось тысячелетиями тому назад, я уже не говорю там про миллионы, бог с ним, но где вот эта вот часть? Значит, где вот эти первые 4 стадии болезни, которые мы не знаем? Ну, какова эффективность? А вы знаете, что 6-я терминальная, а мы на 5-й приступаем. Ну вот, ну, про 7-ю не говорю. 7-я – это переход уже в другое состояние. 7-я – это уже разрыв с физическим телом. Еще какие-то тела там функционируют и все. То есть на 5-й, а 6-я терминальная. Ну вот и все. И мы все ходим непонятно как. И мы радуемся, что мы прожили там долгожители 90 лет. И какие мы долгожители? А 100 лет – это вообще там за предел. Да какие 100 там? Ну, во много раз больше. Дальше. Давайте мы посмотрим, кто у нас мужчина, да? А мужчина какова? Майкл, да. Можно я спрошу? Вот, например, человек пришел к вам на курс, а вы ему говорите, ну, к примеру, что вот у него такая же разорванная связь с родственниками, как и у этой женщины. А угу. Дальше есть какие-то, вы можете рекомендации дать, что ему делать? Да, да, значит, есть много вариантов. А это не значит, что, ну, смотрите, допустим, человек виноват в этом, правильно? А мы все виноваты. Вот нам что-то не нравится, мы взяли, поставили дизлайк. Это не человек плохо сказал, да? Ну, просто к примеру. Это не человек плохо сказал, человек плохо воспринял, и это негатив, который он воспринял. В этом виноват этот человек, потому что ему почему-то неприятно. А вот тот, кто этот говорит, это его учитель, ему надо совершенно беспристрастно к этой информации относиться. То есть сказали плохо, радуйся, это твой учитель, который тебе дал обратку, так скажем, в которой ты сам был в свое время виновен. Вот. Это и есть карма. То есть практично, да, практично, как это сделать? Ну вот я вам могу сказать, вот у этой женщины, вот, которую мы сейчас разбираем, у нее творческий потенциал очень высок. Есть женщины, так, ну мы сейчас про женщин говорим, все-таки больше. Почему? Потому что, ну как-то мужчины мало. Вот по статистике они говорят, а где нам найти нашу половинку, да? Ну как бы им легче по статистике, да? Сколько там? 10 девчонок на 9 ребят, да? За песня. Короче говоря, нет у нее так называемой женской энергии. Она ходит в штанах, простите. Вот. Ну, не было штанов раньше, брюк. Ну, женщины, ну, извините, не носили брюки. Женщины носили платья. Сегодня... В основном, посмотришь, они все ходят в брюках. Ну, по разным причинам. Сейчас не будем вдаваться в детали, да? А, то есть она и марширует. Знаете, я когда-то в Нью-Йорк возил одного довольно известного лектора. Ну, он в Чикаго приезжал, я его еще повез в Нью-Йорк. И вот мы там делали презентацию вместе с ним. А, и вот тоже был анализ даты. И вот анализ этого человека. Вот как она идет, вот выйдите на сцену. Она выходит на сцену. По походке можно определить тип ее, даже просто по походке. Вот. Я просто, еще раз, я как бы знаю, да, у меня огромное количество книг по хиромантии, по хирологии, физиогномике и так далее. Ну, как бы, но все равно это не моя профессия, я не буду читать. Этого, вот скажем, вот у меня есть очень хорошая знакомая, надеюсь, мы с ней пообщаемся, которая в этом специалист. Вот возьмите руку, да, вот возьмите, поставьте вот так вот руку, так, вот, да, и посмотрите, вот видите, рука, она у вас вот так вот идет конусом, так, округлая вот так, или она квадратная рука. Вот даже по этой руке можно уже определить, какой касте или к какому сословию относится человек. Вот. Вот если вы так поставите и увидите вот такой вот, ну, у меня так получилось, простите, вот такой конус. Это человек,
скажем, ну, вот этим он функционирует, а не мускулами, хотя они как бы тоже могут быть, но это не грубая работа, это работник, скажем, не там топора и рубанка, допустим, да, это интеллектуальные. Вот. А вот эта женщина, она относится к интеллектуальной элите, будем так говорить. И ей, полагаю, так в школе ей было легко с точными науками. Она не гуманитарий, ей нельзя этого делать. Но ее сегодняшнее предназначение – заниматься, скажем, больше духовностью. Вот я бы так сказал. Вот сегодня, в ее возрасте, ей надо было бы заниматься духовностью, больше акцентировать внимание в этой сфере. У нее есть интуиция, она может ею, с помощью своей интуиции, могла бы вычислить. Ну, не знаю. Судя по ауре, которую я вижу, нет, не годится это, и у нее большие проблемы. Вот. Ну, в первую очередь, надо налаживать связь с родом. Как это делать практически? Вот впервые за все время, да, я редко делаю, я говорю слово такое, произношу мантра. Но вот там будет каждому человеку, пришедшему на этот курс, даваться вот эта мантра. Вот есть люди, разная? Которые... Мантра разная каждому? Только разному. Индивидуальная мантра, исходя из ее или его психоастро-матрицы. Конкретная, да, конкретная мантра. Есть конкретная мантра для человека, который может избежать очень серьезных последствий своей деятельности в физическом теле. Имеется в виду болезни, имеется в виду здоровье, имеется в виду порча из глаза, как предохраниться от этого. Тут очень много нюансов, но это предметно, это только можно сделать. Как можно это сделать, расскажите в чате. Да никак, но это профанация, да? Ну, в какой-то степени... Просто показ это, да, можно сделать, чтобы дать возможность человеку понять, о чем идет речь и куда прийти. Еще раз, я преклоняюсь перед нашими преподавателями, которые знают, ну, поверьте, я в этом разбираюсь сам, не было бы просто их здесь. Здесь все, без исключения люди, которые у нас... Знаете, сколько было? Было их много, но я с ними расставался. Я изначально, так сказать, со всеми готов беседовать, но я их очень легко вычисляю, вообще, на самом деле. Я пользуюсь не той информацией, не материальной, будем так говорить, составляющей информации для того, чтобы определить, кто это человек и надо ли, может ли он давать те знания или ту информацию, которая будет полезна нам, нашим людям, которые здесь находятся. Вот в этом смысл заключается. Что еще мы хотим посмотреть этого мужчину, да, Лена? Ну да, я, честно сказать, их не знаю. Они были один раз у меня пара. Ну давайте, давайте посмотрим, да? Ну я хочу сразу сказать, что мужчина ее очень любит, очень. Это вы мне можете не говорить, вы мне дайте дату, и я вам сам скажу. А, дату. Значит, мне исходные данные, в принципе, не надо, это интерпретация ваша, вы уже знаете, а я-то пока еще не знаю. Мне 16 просто... марта. Мне просто 16 марта какого? 50-го? 50-го, да. Мне просто интересно, понимаете, подходы. Вот я люблю кооперацию, я бы так сказал. 16 марта, 50-й год. Ну вот смотрите, вот в чем разница. Вот она абсолютно не семьянин. То есть в роду были довольно тяжелые отношения. В ее роду. Я думаю, что это и дальше еще по лестнице идет вверх. Ну, скажем, там, следующее поколение вверх, да, от нее. Вот. Это будет, безусловно, отражаться на отношениях между детьми, на ее отношениях, во-первых, ее отношениях с детьми, скорее с сыном, если он есть, а потом, в свою очередь, их отношения детей с ну, представителями противоположного пола для создания семьи. Как правило, так оно и есть. Есть, конечно, варианты, когда человек, повторяю, может вычислить это, исходя из своей интуиции, но это редкий случай. Поэтому, казалось бы, надо было бы иметь таких вот, скажем, учителей, гуру. И это нормально, так было всегда. Всегда были эти гуры, поскольку гуру были люди не которые ведут нас в этой жизни, а которые связывают нас с верхними вертикальным потоком,
то есть с нашими учителями, вознесенными владыками и так далее. Вот. Так вот, чем это объясняется? Тоже нету связи, кстати, с родителями. Тоже нету. Большей части, наверное, с мамой. Вот. Но он семьянин. Вот там отношения были на каком-то... Тут можно объяснить вот чем. Ну, возможно, они рано ушли из его жизни. То есть, когда он был еще молодым, родители могли уйти. Вот. Но он семьянин по природе, и он стопроцентно... Самая сильная составляющая – его желание иметь семью. И он может из этого желания, скажем, ну, вот себя положить, скажем так, вот, как жертву для создания отношений. Поэтому в этом плане – да. Ну, по многим показателям он просто более гармоничный. Хотя я бы не сказал, что у этой женщины, вот кроме этой семейной составляющей, и непонимания своего предназначения главное, и не работа по своей, скажем так, своему, ну, профессиональному, сколько, ну, 8 часов все-таки, как ни крути, мы должны как бы на работе технически быть, да? Вот если она не приносит удовольствия, или даже, я бы сказал, не просто удовольствие, это первый этап, она должна приносить счастье, работа, любая работа. Все то, чем мы занимаемся, должно давать счастье. Если нам где-то с чем-то как-то некомфортно, ну, это пробой у нас, к сожалению, вот не научили нас. Надо учиться только и всего. Поэтому я согласен, но у него много тоже есть проблем. Кстати, это показывает то, что я вижу на экране, видел, да, на экране. Это у него тоже не закрыты ноги, у него тоже есть вопросы. В этом плане по здоровью есть вопросы. Вот здесь можно предусмотреть и предугадать, наверное, спрогнозировать, как физическое состояние. Ну, давайте, наверное, мы все-таки, да, вот, Елена, с вами, да, как вы интерпретируете. Ну, вот смотрите, при хорошей работе, вот то, что я вижу на втором снимочке, да, все изменилось, да. Видите, да. Ноги, правда, остались еще открытыми, то есть еще нюансы, но он, благодаря той работе, которую вы с ним ведете, очень многое изменил. Не знаю, как с ним. Да, да. Да, работа была здесь, это был эксклюзивный вариант. Я не проводила с ним психотерапию, я просто просила его подумать об этой женщине с любовью. Угу. Это была не психотерапевтическая работа, это было исследование. И он в момент, когда думал о ней, у него улучшилась аура, но ноги не закрылись. Из чего можно предположить, что все-таки он слишком много отдает ей физической энергии, вот, и она, наверное, на нем сейчас существует, потому что он ее вытягивал из ее кризиса. Вот, и даже его любовь не полностью его восстанавливает. Конечно, если бы он ко мне пришел на психотерапевтический сеанс, я бы с ним поговорила, что нужно делать. Ну, да, потому что, ну, вот смотрите, когда-то врачи, ну, сегодня они тоже есть, но хотя бы как бы технически врачи, вот я вырос в семье врача, у меня мама врач с очень большим стажем, как бы, поэтому я, ну, как бы это чувствую, эти вещи. Они спрашивали, а кем болели, чем болели ваши родители? Всегда они спрашивают. Ну, многие сегодня, конечно, спрашивают, но это, опять же, слишком все технократически, я бы так сказал. Здесь нету цепочки, почему это происходит. Опять же, здесь нету такого понятия, как аура, то есть нету... Это все физический уровень здесь, правильно? А тонкие тела, их нету. Да. То есть ни у кого нету в медицинских офисах. Это уже, так сказать, эзотерические вещи. Они не приняты у нас в нашем мире. А почему тогда на Востоке, почему в Индии, в Китае? Вот в Китае именно с этого все начинают. В Индии с этого все начинают. Там просто другая система, скажем, лечения. Но там травы, там... Огромное количество вариантов, где эти травы должны расти. В низине, там, наверху, просто миллион вариантов.
Вот. И, кстати, я могу привести, у меня есть один очень хороший знакомый, я у него был когда-то в центре, в его, в Индии, в его, ну да, медицинском центре. Он говорил, а я не имею права лечить человека, не сделав ему его гороскоп. Ну, расскажите. Можете себе представить, вы идете к врачу, он говорит, давайте мы вначале сделаем гороскоп. Здорово. Да, он что, с ума сошел, что ли? Он потом, врач, знаете, в скольки поколениях? 19 поколений врач. Его отец очень известный человек, живет во Вриндаване, один из святых городов на земле. Вот, очень известный проповедник, будем так говорить, очень религиозный человек. И он тоже, кстати. Вот, но он и еще и астролог, очень серьезная квалификация астролог. И вот, видите, и, вы представляете? Ну, расскажите, как можно говорить о человеке, о его предназначении, о его судьбе, о его отношениях, и вот эти ситуации, которые возникают у нас, просто удивительно. Я прошу прощения у человека, если она будет нас слышать, мама ребенка, с которым произошел такой случай. Верю, не верю. Ну, это просто категорически... Вы понимаете, какая вещь интересная? Пока гром не грянет, да, или пока жареный там петух не клюнет, человек не будет шевелиться. Он будет давать советы, он будет писать, он все. Его это не коснулось, друзья. Нас это не коснулось. Мы думаем только о себе. Более того, мы позволяем себе судить человека, не зная ничего о нем. Мы не знаем о себе ничего. Как мы можем о ком-то говорить? Мы не знаем то, что лежит под водой. Мы же не видим этого, верхушка айсберга. А мы еще позволяем судить о ком-то. А да. Случай такой, что, ведя себя неправильно, мы заслужили нашу карму. И сегодня, видя орудия, нас прокляли. И пока нас это не коснется, мы никогда это не почувствуем. Мы почувствуем тогда, когда нас коснется, когда нам будет больно. А как сделать так, чтобы было больно нам, если тому больно, условно говоря, что мы должны чувствовать? Мы не чувствуем этого. И это нам минус. Вот. Но еще раз, вопрос только времени, когда. Я могу сказать вот что. Все уже достаточно известно. Когда, как и что. Мы находимся, простите, я сейчас тоже отвлекусь, мы находимся в так называемое, слово такое санскритское, это называется пралая, или промежуточный переход и состояние, ну, можно назвать и состояние жизни в смерть, это называется пралая. Это временный период, сон, да, это тоже какого-то своего рода пралая, когда будет очень серьезные изменения. Вот у нас есть четыре йоги. Вы задавали вопрос, Елена, как это происходит, почему это происходит, почему не дается возможность нам. Очень просто. Мы находимся все мы находимся в последнем заключительном цикле нашего маленькой Вселенной. Она действительно очень маленькая Вселенная, которая должна временно разрушится, временно, частично разрушится. Это произойдет по нашим земным меркам очень и очень не скоро. По космическим это произойдет очень быстро. То есть уже прошло 4 миллиона лет. Уже прошло. Значит, осталось меньше, чем полмиллиона. Ну, в рамках вот этих 4,5 миллиона лет. Это, сами понимаете, какая часть. Но по нашим земным это достаточно много. То есть это большой цикл, так, которым должен завершиться. Но внутри это как жизнь человека. Он родился, он должен прожить условно там 100 лет, да, и он должен закончить свою жизнь. Но в промежутке между рождением и его окончанием жизни он периоды всплесков, там, падений, взлетов. Вот, и мы сегодня здесь находимся. Вот это вот микро, я бы сказал, микро, это вот эта пралая, она будет. То есть мы будем, уже сейчас это происходит, люди уходят по каким-то причинам, они уходят. Сейчас не будем в детали вдаваться. Дай Бог, чтобы мы не попали в эту мини-пралаю, потому что когда она закончится, этот переходный период,
будет очень и очень серьезное благоденствие, которое будет продолжаться, мы это знаем, наверное, это мини-сатья-йога, которая будет продолжаться 10 тысяч лет. Да? Вот. Она будет в сумме продолжаться, но она закончится, но вначале будет очень серьезный подъем. Скажем, 5 тысяч лет будет очень серьезный подъем. Мы сейчас на границе находимся. Вот эти вот рыбы, там водолеи, это все правильно, но это очень общее, это очень просто. Это очень, скажем, ну, я бы сказал, примитивно. Это слово нехорошее, оно как бы уничижительное какое-то. Но по сути оно так и есть, поскольку это современная интерпретация эпохи рыб, какие-то 2000 лет. Ну что такое 2000 лет, когда речь идет даже о миллионах? А если считать, что мы прожили 315 триллионов лет, можете себе представить, как это можно человеческим мозгом вместить это? То есть, причем это 50 лет, скажем так, нашей, условно говоря, столетнего цикла Вселенной, да, а вот 50, 315 триллионов лет, да, а, то есть нам еще столько же и жить, в общем-то, по этим всем данным. Короче говоря, мы сейчас находимся на водоразделе, и те, кто придут, скажем, сюда, и те, кто будет обучаться этому всему, получат довольно серьезные плюсы, поскольку намерение именно подготовиться вот к этому всему, вот и все. Так что это все в наших силах. Ну вот примерно так. Интересно. Я, честно сказать, даже не предполагала, что нумерология может на такие серьезные вопросы отвечать, как карма, например, как карма. Или как вот получается место человека, ну вот в этом цикле, что ли. Вот это вот как бы позиция его, вот этого большого цикла перехода. Вот вы говорите про Лайя и так далее, что неужели вот нумерология может на такие глобальные вопросы отвечать? Да. Ну, на самом деле, все с этого как бы и начиналось. Это нам, скажем так, объясняют о том, что... Ну, еще раз повторяю, мы же не истина последней инстанции, тем не менее. Есть самый главный момент, какой? Мы никогда не узнаем, насколько это так или не так, если мы не попробуем. Вот все, что нам надо, это принять о том, что такое быть может. Нам не надо пытаться опровергать и осуждать, тем более, то, чего мы не вправе вообще делать. И если мы это примем для начала о том, что такое может быть, нам будет легче. А дальше степень готовности нашего каждого человека, она будет определяющим, поскольку человек может не готов. По разным причинам, и в этом нет ничего плохого, все равно звенья одного целого, общего, скажем, какой-то эгрегор, религиозный эгрегор, какой-то учитель, который вот делает это или это. Где исток? Вопрос. Вот только и всего. Вот это мы должны для себя как бы определить. Если есть желание пройти дальше, то у нас есть возможности, поскольку у нас есть учителя, и даже включая меня. То есть я готов с любым человеком общаться. Нет вопросов. Конечно, бывают временные периоды, когда этого сделать нельзя. Вот мне сейчас звонит вот этот вот человек. Да? Я понимаю, как ей больно. Она находится вместе с сыном в emergency room, где говорят, что не восстановится ее, его мальчик, 8 лет, не восстановится его мозг. Но я беседовал с пандитом сейчас в Индии, звонил в Индию. Он сказал, что должно быть все в порядке. Врачи не знают этого. Можете себе представить? Врачи этого не знают. Ребенка привезли и говорят, мозги уже не восстановятся. А он говорит, будет все в порядке. Ну, расскажите, как к этому относиться? Очень сложно к этому относиться. Проверить? Проверим. Радоваться надо, что есть у вас выходы на таких людей. Да, да, я сам радуюсь, что я могу общаться с таким человеком, который, да, единственное, в чем преграда общения непосредственно с ним, очень тяжелый английский язык, потому что я, ну, половину я сам не понимаю, что он говорит, потому что он говорит, у него смесь
скажем, его тузского языка, хинди, вот, и английского какая-то такая, и очень тяжело это воспринимается на слух, тем более там идут, ну, практически во всей речи идут специфические терминологии, санскритские эти самые слова, которые сложно для восприятия. Ну, как-нибудь сделаем, я знаю. Майкл, вот. А вот да. Вам вопрос тут задают. Какой? Влад спрашивает, почему вы выбрали именно нумерологию? Почему выбрал я нумерологию? Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы с Владом знакомы, поскольку он является моим студентом. Я не часто об этом говорю, но вот один предмет, который я очень хорошо знаю, вот, и где действуют универсальные законы, это вопрос, как зарабатывать просто конкретно деньги, которые есть инструмент. Вот Влад относится к тем людям, которые понимают эту концепцию. Не просто деньги ради денег и замена какой-то работы работой. То есть это речь идет о биржевых каких-то там операциях. Но смысл нумерологии именно здесь работает. Еще раз, с этого все начиналось. Как хочет кто принимать, не принимать. Я иду совсем другими путями. Мне это, для меня это ясно. Ну, мне говорят, будем так, сверху, о том, что это твое. Если технически, я теперь могу понимать, почему. Потому что научился я считать в 5 лет. То есть отец со мной вел устный счет. И был момент, когда во втором классе, насколько я помню, там был урок, ну, начальная школа, был урок математики, и где учительница дала задание какое-то, а я посчитал в уме, я был, так сказать, подготовлен к этому. Вот. Она смотрит и говорит: «Мелехов, а почему ты не пишешь?» Я говорю: «Я ответ знаю». Она говорит: «Скажи мне, какой ответ?» Я ей сказал. Она сама долго считала, кстати, учительница. Вот. И не поверила мне. Она сказала: «Ты подсмотрел в учебнике». Ну, то есть там ответы как бы. Ну, я же знаю, что я не смотрел. Я просто посчитал. Поэтому для меня цифры, они были и есть. Тут есть много нюансов, поскольку люди не знают. Вот, открытые уроки, не знаю, сейчас мы время уже перетягиваем, и ваше время, у вас уже довольно поздно, Елена. Поэтому мне не хотелось бы вас задерживать. Дело в том, что есть еще... Вот я поэтому... Вот у меня текст написан в Word-документе. Те, кто участники курса нумерологического, им надо прислать полное имя, отчество и фамилия, плюс девичью фамилию. Здесь очень много нюансов. Полная глупость. Это моя точка зрения. Этого никогда не было. Когда женщина берет имя мужа. Зачем? Ну, кто-нибудь мне объяснит, зачем? Ну, никогда не объясните. Это будет объяснение на пальцах. Нет такого. Вот. А это в угоду какому-то правилу. А ведь если оно не гармонирует с вашей датой рождения. А вы это знаете? Нет, вы этого не знаете. Вы можете понять о том, что вы полностью дестрой свои функции, свои способности. Дестрой разрушаете, по-английски, простите. Вот. Вы разрушаете свое функционирование. У меня жена, ну, как и все, на имени своего первого мужа, к примеру. И теперь я понимаю, но я же не могу ничего сделать. Вот у всех есть свое понимание этого. Так проще, мы привыкли. Что за глупость? К чему мы привыкли? Мы привыкли к неправильному. Ну, привыкайте, у каждого есть такое право. Но если мы этого не знаем, да я могу доказать, что если вы поменяете одну букву и будете прописывать это 1000 раз каждый день по 10 минут, 1000 раз прописываете эту букву, прописывайте, вы измените огромные, то есть появятся огромные возможности. Кто это знает, расскажите. Какая нумерология? Для чего нумерология? Это что есть в астрологии? Как оно происходит, расскажите. Вам выдали карту, благодаря дате рождения астролог выдал вашу натальную карту. Что дальше? Ну, дальше что вы будете с этим делать? Он вам выдал. Это правильный вопрос. Да.
Через год он нам опять выдал все то же самое. А что изменилось, расскажите? Ничего не изменилось. Карта ведь та же самая. Вы же родились в это время. Через 50 лет опять то же самое. Ну, да, надо знать. Ну, как минимум. Где находится Луна? Кто вы по знаку гороскопа? И все говорят, да я весы, да я дева, да я... И начинается подводиться база под полную ерунду. 25%, хотя 10% вообще-то говоря, вот это вот знак, восходящий знак, да? Тем более, что он неправильный. Ну, там миллион есть вариантов. Смотрите, есть 64... У нас есть измерения. Не три. Не, мы функционируем в трех измерениях. У нас даже четвертого нету. Время, да, как бы считается, четвертое измерение. Три. Длина, ширина, высота. Все. Куб. Тетраэдр. С этого все начинается. Мы это будем, кстати, на курсе проходить. 64 измерения. А квантовая физика... Скажем, да возьмите модель, это самое, водорода, компьютерная модель, его нельзя увидеть, это, скажем, рассмотреть этот, это невозможно физически. Так вот, 64 измерения, дальше делится на две части, то есть это дробные, получается 128, и еще на 4 части. 128 умножить на 4 – это будет 812, по-моему, да? Нет, 512. Насколько я умею еще считать в уме. Уже давно не практиковал. Вот, короче говоря, вот столько вариантов есть измерений. А кто это знает? Да никто это не знает, короче говоря. Вот поэтому такой пространный, простите, ответ. Влад, прости, да. Ну, мы с тобой знакомы, да. Еще вопрос. Светлана спрашивает. Светлана, я хотела бы обучаться у вас, но весь день переживаю, хватит ли у меня мозгов в обучении нумерологии. То есть кажется, что это настолько сложно. Вот человек беспокоится, Майкл. Ну... Светлана, не далее, как вчера, с Еленой Порецкой, я делал анализ, сама же написала Светлана там, о том, что все верно, все правильно. Что значит, хватит, не хватит. Это когда для, именно для всех, для единого. Просто вот смотрите, в вашем вопросе, Елена, вы как психолог, хватит, это вопрос некорректный вообще. То есть вы с этим вопросом сразу не даете себе возможности двигаться дальше. Вы должны быть, да, у меня мозгов полно, у меня все хватит. Степень готовности – это вопрос другой. То есть, готова ли я к этому курсу? А вот мозги – это совсем из другой оперы. То есть, вот нас так научили и приручили думать не так. Хватит. Уверяю вас, это все именно с нуля будет. Я не люблю каких-то этих самых... высоких материй. Зачем? Даже если я и могу, но я предпочитаю быть на стороне нулевом. Я сам же прошел с нуля, поэтому так, я знаю, как тяжело. Вот. Влад, математически насчитали 11. Ну, ради бога, пускай да. Сколько насчитали, столько насчитали. Кто насчитал, опять же? Я опираюсь на те концепции, которые были всегда. Почитайте, там же написано, это же не я придумал. Вот. Докажите, что доказать. Ну, кому чего доказывать? Никто же нет смысла ничего доказывать. Это вам надо захотеть, чтобы доказать себе. Хотите, вы докажете себе. А что же я буду доказывать? Зачем? Очень серьезная концепция, которую я благодаря своей, так сказать, способности ничего не опровергать и ничего не осуждать, я взял себе вот на этом, наверное, мы должны будем закончить, если там вопросов не будет. Есть еще вопросы, да. Буддийскую концепцию о том, что это одно из учений, там было их, ну, как минимум три. То, что у нас там написано в прессе, в интернете, это все там, так скажем, не совсем так. То есть, смотрите,
мне задал вопрос, вот я рассказывал, что я был в одном русскоязычном обществе, круг, и мне очень понравился вопрос, который мне чуть ли не с самого начала задала вот руководитель этого центра, круг. Она мне задала вопрос, который мне хотелось бы адресовать нашим зрителям и, Елена, вам. Вот мне спросили: Майкл, скажите, на чем вы будете концентрироваться, на решении проблемы или на процессе решения этой проблемы? Допустим, у человека есть проблема. Ну, то есть, иными словами, есть цель, правильно? То есть цель надо добиться. Но добиться надо каким-то образом идти по шагам. Я пытаюсь объяснить, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вы поняли, Елена, как вы? Или надо? Я не совсем поняла, но это слишком философский подход. Мне кажется, это что философский надо... подход. Но тем не менее он имеет точное определение, на чем надо концентрироваться. Как вы считаете, ваша точка зрения? На решении или на процессе решения? И на том, и на другом. Сначала надо выставить цель, а потом концентрироваться только на дороге к этой цели. И очень внимательно и аккуратно идти по этой дороге. Но цель все равно надо сначала поставить. Ну, дорогие друзья, есть у нас, скажем, мнение на этот счет? Вот видите, есть на процессе, есть на решении. Хотите, я вас отошлю к Вадиму Зеланду? Знаете, наверное, кто это? Лена, вы не знаете, кто такой Вадим Зеланд? Нет? Знаю. В черных очках всегда выступает. В черных очках он выступает, да. Но это называется трансерфинг реальности, да? Вот. То есть он говорил вот о чем. Я сейчас одновременно ищу мой курс, потому что там кто-то хочет там что-то такое. Я сейчас его введу. Короче говоря, смысл какой? Надо концентрироваться на процессе. То есть это буддийская концепция, еще раз, то есть этому обучал Будда. Цель, безусловно, должна быть, но это не парадокс. Еще раз повторяю, я люблю вот эти вещи парадоксальные, философские. Это не решение. Цель не должна быть целью вообще. Цель есть отсутствие цели, если можно так сказать. А процесс должен быть процесс. Вот. Я понятно объясняю или это слишком философски? Наверное, слишком, да? Ну, понятно. В эзотерике есть понятие «человек должен стать путем». Угу. Сначала он думает про этот путь как процесс, про цель, а потом он становится самим путем. И это типа вот правильно. Это, да, восточный подход. Это восточный подход. Именно так, да. Сейчас я сейчас я этот курс напишу, то, видите, я и там, и там, и там, и толком не там, не там, не там. Так, вот этот курс нашел. По-моему, да. Так. Нам неизвестна наша цель по большому счету. Нет, смотрите, друзья, Елена права. Вы слишком уже упрощаете это все и слишком обобщаете. Мне это, лично мне это не по душе. Это какие-то штампы, это какие-то уже общие фразы. Что значит «нам неизвестно»? Ну, кто нам неизвестно? Как вы это объясните? Что такое «нам неизвестно»? Нам все известно. Мы не даем себе права. Мы должны знать о том, что наша природа божественная, все. Это наша цель, это наша природа, она не цель. Цель, нету целей, простите, нету цели в духовном мире. Но если мы духовные существа, если мы души, какая может быть цель? Какое может быть стремление? Это свойство, это естество, это природа бы любить. Все, другого нету варианта. Какая может быть цель? Нас научили в нашем материальном мире иметь цель. Степень готовности человека определяется очень многими факторами. И надо идти от простого к сложному. Нет вопросов.
То есть надо начинать все-таки с тела. Но мы, если мы хотим понимать нашу природу, тогда мы должны это понимать. Конкретно и предметно. Я уже рассказывал. Расскажу последнее. Лена, Елена, я вас не задерживаю? Как вы? Нет. Мне очень интересно, что вы рассказываете. Я пример просто. Я люблю на примерах. Это общие фразы меня не интересуют. Они общие, Влад, извини. Ты не так ставишь вопрос. Мой сын решил идти на войну. Он бросает калыч. Хороший калыч, да, бросает калыч. И его, так говорит по-русски, своловал один, значит, американец. Вот я посмотрел на американца, это типичный кап. Ну, полицейский. Вот. Значит, вот такой маленький носик, круглолицый, с коротенькой стрижкой. Вот как мы встречаем, я встречаю полицейских. Бывает, да, редко, но бывает. Встречаю. Вот они такие. То есть это желание и стремление власти. Носить ган, значит, и, так скажем, любого остановить, любому указать и так далее. Как правило, американские полицейские, они действительно, только если нарушаешь, они никого не ловят, не дай бог, там что-то такое, там у кого-то там взятки, там это такого тут, боже упаси, такого нету. Но, тем не менее, вот он бросает и идет на войну, представьте. Причем не просто, он выбирает род войск, который называется Marine. Marine – это, ну, как бы, самые такие войска, они, ну, самые престижные, с одной стороны, с другой стороны, это на острие атаки, скажем так. Вот они, вот первые, куда идут, это Marine идут, да, их высаживают, десант, ну, вы знаете, военные, то есть эти, как они... морские пехотинцы, да, вот, внутри этого рода войск он выбирает еще самую, то есть там тоже есть где-то авангарды, арьергарды и так далее, он тоже выбирает вот это вот. И вот он туда идет. Как я должен к этому относиться? Вот. Значит, я отношусь к этому как любой человек. Я пытаюсь отговорить на первом этапе. Потом я, наконец, начинаю это понимать, используя сам свою уже методику, которую я пытаюсь объяснить. Я себя перепрограммирую в первую очередь, мое отношение к этому вопросу. И мое отношение к этому вопросу очень простое. В этой жизни ты мой сын. Естественно, как любой отец, как родитель, я должен заботиться. Но ведь это же в этой жизни. А там, в том мире, ты не мой сын. Мы все дети, сами знаете кого, правильно? Поэтому нет такого понятия вообще. А в следующей жизни наверняка ты не будешь моим сыном. Ты хочешь себе сломать шею? Иди ломай шею себе. Ты хочешь подвергать себе опасности? Да, но я не буду в этом процессе участвовать. Я не хочу. Даже несмотря на то, что мой сын. Вот что я могу, да, сделать, я могу запрограммировать, что у тебя все будет хорошо. Вот этому мы должны учиться. И я это сделал. И мне все говорили, ты чего? Твой сын? Как ты с ним не поговоришь? Когда я пытался это объяснить, меня никто не понимал. Честное слово, никто. И все говорили, как это? Это такая черствость, такая это... Как это такое? Вот. Ну, знаете, как это... Как хоронят в Одессе, да, у Жванецкого. Ты туда, мы здесь, а ты туда. На кого ты нас оставляешь? Стук тела. Его уже понесли, да? Ну и так далее. Так вот... Оно так и было. Но я-то это видел. Я-то точно знаю, как я это видел. Вот. Оно так и было. То есть все нормально, все хорошо. Но это я программировал. Оно могло бы так и быть. Но реальность программируем мы сами. Мы захотим узнать, мы узнаем. Мы захотим познать, мы познаем. Мы захотим изменить реальность, мы ее изменим. Но только этому, естественно, надо учиться, как и везде. Ну как, это очень тяжелый путь, путь познания. Это тяжелее этого нету нигде. Вы хотите деньги зарабатывать? Да я гарантирую, что я вам покажу в любом абсолютно месте, там, где вы будете. Я серьезно говорю? Ну вот есть много там, вариантов общения, кто хочет. Только я не понимаю, зачем мне, допустим, это надо, если они хотят за счет нас, они там условно, хотят за счет нас себе обогащаться. Меня это не устраивает. Меня лично это не устраивает.
Вот, поэтому мы программируем свою реальность, и мы можем это сделать очень и очень, ну, относительно, конечно, легко, но это все зависит от нас в большей степени. Учитель вам даст, если найти такого действительно учителя. Знаете, сколько я искал таких учителей? Вы не представляете, простите, сколько курсов я брал, сколько у меня, вот напротив у меня книги стоят. Я привез с собой, ну не с собой, посылками, 450 книг примерно. А там были очень маленькие посылочки, которые разрешали в то время, еще был Советский Союз, отправлять. Причем драли за это сумасшедшие деньги, вообще-то говоря. Ну как, раз люди отправляют. Вот. То есть мне интересно бумажные книги, вот эти неинтересные. Но я прекрасно ориентируюсь, что сегодня время такое, о том, что можно и нужно эти книги тоже использовать, электронные варианты. В курсах они будут, пожалуйста. У меня невероятная библиотека и бумажных, и электронных вариантов книг. Елена, у вас время уже очень позднее, и мне не хочется... Раннее. Время как раз раннее. Начало четвертого. В это время я уже встаю, знаете, как обычно. А вам, а вы еще не ложились. Вопросов, надеюсь, больше нету, да? Вопросы люди задают про фамилию. Это действительно интересно. Про фамилию? Да, много вопросов про фамилию, о том, что вот женщина, например, фамилию мужа взяла, а не хотела, и вот как теперь поменять? И вообще, вот у меня есть вопрос, да. Вы используете какой-то перевод буквы в цифры, какой-то алфавит? Ну да, есть такое понятие в каббале, да? А, это вы каббалу, есть. Не, ну я просто как бы знаю все методики. Иврит? Да. Какой нет, язык? Нет, я не знаю, простите, я не знаю иврит вообще. Ну, я когда-то алфавит как бы так знал, да, но забылось, я не употребляю, поэтому я не знаю. Я знаю какие-то... Я не хочу быть везде, скажем, специалистом, но есть такое понятие гематрия, самое простое, оно просто помогает. То есть перевод... ведь, опять же, смотрите, любое слово – это вибрация, верно? Как оно вибрирует, да? Да. Ударное слово, допустим, Анна, да, А, оно ударное, да, верно? Ударение на первый слог, на А букву. А, допустим, Мария, да, она не Мария, правильно? Она Мария, да, ударение на И. То есть в этом слове А, вторая буква А, она будет безударная, она несет меньшую нагрузку. Вот. Если вам изначально не хотелось этого делать, и не надо этого делать было, то есть первая изначальная наша реакция на какое-то действие, на что-то, как мы на это реагируем, вот это тот импульс, который называется, скажем так, интуицией. Если мы будем это все анализировать, у нас, к сожалению, уже включится наш ум. То есть я, знаете, экспериментировал, вот какие-то конкурсы там идут, битвы там всякие там и так далее. Кто там победит, танцы там. Я, ну, всегда угадывал, кто будет победителем, даже если это был, вообще был первый этап. Я знал в конце, кто это будет. Но как только я начал анализировать эти вопросы, все уходило. То есть оно не включалось. Если нету, нету. Не надо приносить это просто так, это умственно, будем так говорить. Нет, оно или пришло, или не пришло. Если не пришло, забудьте об этом. Оно должно просто прийти. Но этому надо учиться. У нас будет курс с Константином Стефанским, где будет... Я просто сам не хочу это... Ну, некорректность будет с моей стороны этим заниматься. Мне это не нравится. А вот есть специалисты, которые это делают. Вот Константин Стефанский будет, я буду просто помогать, будет развивать возможности экстрасенсорики и так называемые ситхи. Вот у нас там была передача «Эрнст Ветер». Сумасшедшее количество этих комментариев, в основном негативные в отношении него. Друзья, ну когда-то все умели это делать. Вот себе представьте.
Почти все. То есть это было обычным явлением. Ну, летит себе человек и летит. Ну, по воде он ходит. И сегодня, кстати, есть. Вот он ходит. Зачем он просто ходит? Вопрос это самое другой. Ну, плывет лодка там. Вот я в Ришикеше был, да? Вот. Там есть пешеходный мост, можно пройти. А можно переправиться на лодке. Ну, как бы быстрее, да? Вот. А рядом идет йог там какой-то по воде. Ну, все смотрят на него. А он идет по воде. Вот. Интересно наблюдать за этим. Зачем он просто идет? Это вопрос другой. Ну вот. Но фамилия, да, фамилия и имя, оно должно гармонировать. Оно должно гармонировать и с датой рождения, числом, точнее, рождения, и с полной датой рождения, и число, и число, месяц и год. Причем и число, и месяц. Месяц, он тоже играет роль. То есть в какой-то степени можно делать какие-то там предположения, кто это человек, кем он будет. Ну, число и дату мы поменять, естественно, не можем, но имя-то мы можем поменять. Вот у меня была как-то консультация, я рекомендовал одной, вот, скажем, консультируемой убрать, она была Анатольевна, да, отчество ее было Анатольевна. Я ей сказал, она не замужем, поэтому менять имя, фамилию, ну, можно, но как бы зачем, пока не надо было. Я ей рекомендовал поставить А, использовать там, я не помню, Полина, А, и фамилия другая, да? Ну, ее фамилия идет, а не Полина Анатольевна. Ну, скажем, у нас в Соединенных Штатах, как правило, суффикса нету, то есть отчества как бы нету, да? Second name это называется, бывает, да? Вот, там, Эльза Мария, там, или так далее, вот это примерно так. Можно просто вот первая буква отчества поставить, и оно будет уже изменит. И тогда изменяются многие вещи. То есть то, чего вы хотите добиться, можно изменить это все. Ну, вот примерно так. Интересно. Ну вот, хорошо. У нас просто должна была быть программа с Гором. Вот, он у нас нумеролог-предсказатель, действительно очень мощный, очень серьезный. У него своя методика, я, скажем так, не знаю этого, ну, как он это все считает. Но, к сожалению, да, у него не получилось, и поэтому мы переносим ее то ли на понедельник, то ли на вторник, по-моему. Вот, на следующей неделе, на вторник, по-моему, будет у него программа. У нас, у меня будет с ним программа. Елена, я хотел вас поблагодарить. Ваш курс просто невероятный, я хочу сказать, дорогие друзья. С февраля месяца начинается курс «Третий поток Елены Смирновой». И это впервые за все время, когда люди в полном составе переходят на второй уровень, а со второго переходят на третьем. И это совершенно невероятная работа. И по затратам, трудозатратам Елены, которая делает с каждым человеком, с помощью просто уникального этого аппарата, нет в природе такого аппарата, делает съемку этой ауры. Но это ведь мало, это статистика. И вот практической работой изменяется просто невероятным образом жизнь людей. Они об этом пишут. У них у всех есть секретные группы, скажем так, в Фейсбуке, которые мы сделали. Там они между собой общаются. Вот это изумительная вещь, когда люди начинают взаимодействовать. А так все в разнобой, знаете. Вот. Вот это не очень позитивно, поскольку коллективное сознание, оно оказывает очень серьезное воздействие на людей, которые внутри этого сознания находятся. Это то, что называют Вадим Зеландом, Зеланд-маятником, или эгрегор, или, как я это называю, umbrella. Поэтому центр, скажем, Сан-Гейтс, в общем и целом, это именно есть эта umbrella, этот эгрегор, где существует несколько направлений, объединенным одним. Это человек, вот и его возможности и желания, скажем так. Лена, благодарим вас, дорогие друзья, благодарим вас за замечательные вот ваши вопросы и за то, что вы были с нами. До новых встреч. До свидания. До встреч в новом году следующих.